Городские библиотеки продолжают знакомить постоянных читателей с интересными людьми. В микрорайоне Восточный на одну из таких встреч пригласили Юлию Шатун. Молодая и талантливая режиссер, уроженка Мозыря. Осенью этого года дебютная киноработа Юлии победила в одной из номинаций фестиваля «Листопад». Ее фильм «Завтра» занял первое место в номинации «Игровое кино». И вот почему мы решили пригласить Юлию Шатун, потому что она мозырянка, живет на Интернациональной. Я не сомневаюсь, что она читала в этой библиотеке, записана ее мама. И вот когда пришла мама снимать статью о своей дочери, когда еще только-только все начиналось, тогда у меня возникла идея организовать встречу. Завтра первое белорусское кино, попавшее в международный конкурс дебютов «Листопада». Фильм «Мозырянки» – одна из немногих картин, которая рассказывает о реальной белорусской жизни здесь и сейчас. Главную роль сыграл папа Юлии, а главные действия происходили на мозырских улицах. Основа сюжета происходила в Мозыре. Ну, в обычных людях, которые живут в Мозыре, учитель английского, который остался без работы, там, подрабатывает чем-то, его жене, у них сын, который учится в Минске. То есть такая, наверное, стандартная история о белорусах, о какой-то такой вот обычной белорусской семье. Многие как бы, зрители, которые видели, говорили, что они увидели в них себя, там, своих родителей, либо свою семью. Пообщаться с автором фильма «Завтра» в зал библиотеки пришли люди разного возраста и социального статуса. Объединяли их живой интерес к современному кино и литературе. Говорили много о начале творческого пути, дальнейших планах, детстве в Мозыре и жизни в столице, белорусской ментальности и померковности. Гости мероприятия также успели познакомиться с самыми интересными отрывками с работы Юлии Шатун. Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».